Привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мечи и солдаты». Играем за китайцев. Конфета за прогулку. Вот так называется наша следующая миссия. Поехали. Я хочу эту реликвию. Когда мы выдвигаемся? Ваше Величество, мы пока не можем. Для путешествия нам нужны ресурсы. Что? Вам что, недостаточно старого хлама из сокровищницы? Ваше Величество, вы имели в виду наш драгоценный антиквариат? Да кому вообще нужен этот мусор? Ладно, ладно, давайте быстро наберем золото. Ну, давай постараемся. Так, собрать золото, 2000. Иди и раздобудь нам золото, Рэй, чтобы мы смогли наконец-то отправиться за моей новой игрушкой. Собери 2000 золота, чтобы покинуть это место. Звучит так легенько и простенько. Попробуем. Так, но здесь неспроста все вот это вот нам дали. Давай, наверное, мы выучим с тобой статую Будды. Это еще что, король уплывает? Ха-ха, скатертью дорога. Что, опять ты? Ага, мы планируем забрать у ацтеков их реликвию. Секундочку, не надо втягивать нас в очередную войну, нет-нет. Я тебя не слушаю, ты украл мои игрушки. Рэй, бери золото и проваливаем отсюда. Надеюсь, все у нас будет хорошо и просто. Ом. Кажется, что тут такого собрать 2000 золота? Может быть, нам просто побольше и надо с тобой монахов сделать? Блин, 2000 золота. Но что-то мне подсказывает, что эти обормоты сейчас на меня пойдут. Поэтому давай на всякий случай мы с тобой поставим статую. Жалко, нет никакого ускорения, чтобы вот эти вот монахи могли быстрее все это добывать. Причем прикольно, да? Мешки с золотом несут на голове. Мы дадим вам еще один шанс. Пожалуйста, послушайте голос рассудка. Не отплывайте. И что, упустить замечательные игрушки? Ну уж нет, оставь меня в покое, старик. Да будет так, наслаждайся своими последними минутами. Все-таки он решил, скорее всего, на меня напасть. Блин, давай-ка мы с тобой быстренько прокачаем наших бойцов. Ой, зачем я это сделал? Ладно, фиг с ним, пускай идет. Опа! Ну ничего себе, ты понял, что он сделал? Ребята, он сам, он первый начал, все видели. Да ты достал, смотри, что ты творит, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обезьяны, это плохо. Давай, Дзен. Иссушай. Да как так-то? Ну? Да блин, они со своими телепортами достанут. Так, слушай, они даже как-то в паре что ли работают, я не знаю. Ага, поймали все-таки одного, да? Что у нас тут-то происходит? А тут все очень плохо у нас происходит. Друзья мои, на меня идет большая армия. Блин, самураев. Я вас убью так, таким голосочком. Попробуем. Так, статую Будды поставим, наверное, сюда. Кого не хватает-то мне, а? Да тут дофига кого не хватает. И обезьян нет у меня. Так, еще раз. Давай запустим с тобой стрелы. Тут-то что происходит? Нифига себе, они оборзели. Они уже мой замок, извини меня, бомбят. Так. А я тоже тогда буду огнем поливать вас. Ушлепки вы эдакие. Хе-хе-хе. Тут и оно. Так, давай посмотрим. Вот, нам нужны ракетчики будут. Ты посмотри, что творят, а? А ну-ка. Да, 2000 золота, пожалуй, мы тут с тобой, блин, накопим. Так, мы можем... О! Давай-ка мы сейчас, наверное, с тобой вот так вот сделаем. На самом деле нужно поставить щит. Спасите! Что, неужели наших там уже бьют? Точно бьют, ребята.
Точно бьют. Ну? Так, у меня что там по статуям? Так, давай-ка мы так сделаем, наверное. И тоже будем их поливать огнем. Блин, Зен погиб. Что? Блин. Статую уничтожили, а? Или что там? А, нет, это наши терракотовые воины погибли. Так, тихо. Давай поставим сюда щиты. Ну и, конечно же, вот так вот. Давай-давай, ракетами. И следующую статую мы ставим сюда. Блин, наше задание 2000 голды собрать. Вот, вот это совсем другой разговор. Тотальное уничтожение. Только вот как вот мне 2000 золота насобирать. Ну-ка. Давай. Всех этих хламонов. Я могу куда-нибудь статую здесь влепить? Нет, никуда. Остается копить. И надо 2000 именно, да? Стоп. А, так они просто вот так вот уходят. Оу. А в чем прикол? Если моя армия вот так вот просто уйдет в никуда. Здоровски. Ладно, 1000 мы с тобой как-нибудь наскребем. А вот дальше что так тихо тут? Я у меня хочу. Так, врагов нету? Так ничему и не научился. Похоже, придется показать еще раз. То есть? Понятно. Блин. Паршиво так, ребят, на самом деле. Ракеты к бою, это понятно. То есть еще одна очередная армия, ребята, нас валит. И вот это вот плохо. Так, хорошо, у нас с тобой 1200 уже. Так, а кто тут, интересно, моих бойцов коцал, извини меня. Статую Будды сломали. Че вы тут стоите-то? Поджарочка, конечно же. А этот под щитами находился, да? Идут голодранцы. Естественно, они сейчас будут заниматься статуей. С одной стороны, может быть, это и хорошо. Сейчас они пока тут потратят время, да? Так, мы с тобой, наверное, сейчас поставим щиты. Хоть немножечко здесь накумарим заодно. Вот так сделаем. Золото в наших руках. Готовьте корабли. Нет, остановите их, остановите. Ха, отличная работа, Рэй. Теперь мы можем отплыть на запад и найти эту реликвию. О, друзья мои, довольно легкий был уровень, если честно. Буря в пустыне. Ну ничего себе, название-то какое. Так. Кенпу что-то тут шипит. Да, я знаю, Тинпу. Неужели здесь не могло быть чуть потеплее? Давай высадимся и заберем себе эту игрушку. Повелитель, мне кажется, стоит подождать, пока приплывут остальные наши корабли. Нет, я хочу начать поиски сейчас же. Не терпится ему, да, значит? Во время поисков мы, наверное, привлечем к себе внимание. Как думаешь, Тинпу? Что? Ты предлагаешь убивать все, что попадется по пути нашей маленькой армии? Отличная идея. Узнать, в этих ли землях находится реликвия. Ой, ну давай попробуем узнать. Что-то мне подсказывает, что нифига не в этих землях. Но выбора у нас все равно нету, поэтому будем развиваться. Так, наверное, защиту сделаем, да, с тобой? Ну вот на самом деле, вот от этих терракотовых войн, терракотовой армии вообще толку никакого нету. Улучшение. И если помнишь игру, которую мы играли. Так, тихо. Чтоб меня молотом
прихлопнула. Снова вы? Бородычи вернулись. Что это вы здесь делаете? Как бы так сказать, расслабляемся. Шарим по ацтекским закромам с дороги, сопляк. Это нечестно. Мы его первые увидели. Валите отсюда. В самом деле, почему бы нам не сесть и не поговорить об этом? Избавиться от нападающих. Блин. Не было печали. Сидели себе спокойно тут, шоркались, да, и на тебе, викинги опять. Блин. У них преимущество. Все равно, как ни крути, они сильнее, чем китайцы. И золото как-то у нас с тобой еле-еле идет. Ладно. Так, где они там? Пока я не вижу, ребят, никого на горизонте. Но я знаю, что вот сюда надо поставить статую. Во-первых, нам открывается обзор. Больше, да? Так, что еще нам здесь нужно? Ну, терракотовые войска как-то, я не знаю. Инь-янь, заклинание. Тоже... Опа! Опачки! А вот это вот... Смотри, что творит, а? Че творит, жулик? Вы серьезно, блин? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, ты посмотри. Их слишком много, нас просто сметут. Ваше Величество, прибыли ракетчики. Ракетчики прибыли, это, конечно, хорошо все. Блин, а поможет ли нам это все? Слушай, ну ракетчики справляются неплохо с викингами. Очень даже неплохо, я тебе скажу. Рэй, мы должны увеличить их количество с заклинанием инь-янь. Мы ведь не можем нанимать новых. А, вот оно что. Так у меня инь-янь еще, блин, не прокачан. Инь-янь-то у меня не прокачан. Да и заклинахи для этого нужны. Рубить, рубить. Рубить, рубить. Давай, давай. Он, видишь, он их, ребята, отхиливает. Ой-ой-ой-ой-ой, как же... Блин, да ты запарил. Слушай, а заклинание инь-янь их навсегда приумножает? Рэй, мы должны увеличить... Да, я понял, понял. Я вот и пытаюсь как раз это сделать. Так, инь-янь, да, значит, говоришь? На. Совсем все плохо. Что такое? Боеприпасы закончились? Блин, да походу дела, да. Походу дела, блин, кончилось тут. Все, и боеприпасы, и... Да вы достали, а. Давай стрелами. Жестко. Ой-ой-ой-ой-ой. Да я уже понял, ну что ты мне повторяешь-то? Ракетчики инь-янем. Они требуют слишком много этой манны, у меня столько нету. Вот в чем вся беда. Так, предположим, здесь, если мы с тобой поставим статую. Я хочу, чтобы их побили. 81 энергию, да, стоит? Да я понял, понял. Блин, да ты посмотри. Тогда лучше вот так вот делать щит все-таки. Мне кажется, ребят, может, я не прав? Так, обезьянку, обезьянку. Видишь, он здесь за счет, ребята, этого. За счет отхила. Разруливает. Успевает выхилить, короче. Ой-о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 й. Давай попробуем, может быть. Блин, разрушил, да, статую все-таки? Да как так-то нельзя строить? Можно? Что тут опять происходит?
Ваши маленькие ходячие спички не сравнятся с катапультой. Да хорош, какая еще катапульта уже что ли вызывает, блин? Ты серьезно? Так, ладно. Может быть, мы сможем хотя бы рабов тут, я не знаю, подчикать. Давай-ка приумножим. Катапульты, блин, мешаются. Вот что. Да я это понял. Ну что ты мне повторяешь, что мне по 33 раза? Что такое? Боеприпасы закончились? И ржет, а? И ржет. Стрелы нужны. Ё-моё, точно стрелы мне нужны огненные, чтобы я смог атаковать. Сколько там стоят они? 70. Поехали. Ну, предположим. Что-то у вас тут дофига. Ваше величество, прибыли ракетчики. Вы что-то слишком... Блин, а у меня почему-то статуи, оказывается, здесь не было. Почему? Так, если ракетчики идут, значит, нам их нужно прикрывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, делаем с тобой защиту. Смотри, что творят, а. Предположим, сделаем так. Окей. Что мы можем тут? Терракотовые войска. Я думаю, мы и без них обойдемся. Давай так вот щит поставим. Сколько дубликаты стоят? 70, да, по-моему? Да блин, ну хорош, блин, убери вот эту фигню, блин, ни черта не вижу из-за нее. Есть. Так. Да что ты делаешь, я хотел щит поставить. Так, сюда надо статую. Вон она, ребята, катапульта валит. Вот она, катапульта, ее нужно, естественно, уничтожать. Хе-хе-хе-хе. Больше дерева. А, больше дерева для костров. Ха-ха-ха, да, больше дерева для костров, конечно. Я хочу, чтобы их побили. Ты хочешь, чтобы их побили. Это, конечно, все понятно. Так, но. Ты не забывай, что их тут дофигища. Просто их не то, что много, их дофига. И опять катапульты, да? И опять, друзья мои, катапульты эти. Плешивые, бесявые. Так, секунду. Где у нас тут? Все статуи целые? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да что ж, опять-то не так, а? Девки, нам нужно золото, нужно больше катапульт. Девки. Так, давай, 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 родные мои. Достали эти катапульты. Хорошо, что обезьяна, ребята, может их глушить, как бы, на некоторое время. Так, вызываем армию, блин. Острейший меч, так, блин, бомби. Вот, сейчас мы с тобой вот так вот подчикаем. Так, опять эти викинги, да? Щиты. Опять, катапульт нету? Нету, ребята. Сейчас есть большой шанс у нас здесь победить с вами. Вот так я еще сделаю здесь. Ага, хиляет там, что только не делает. Так, может быть, дубль сделаем с тобой. Так, 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 там катапульты, да? Давай, 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 пробиваем, пробиваем эту катапульту. Теперь валим ему замок. Да что ж такое-то, я никак не могу понять.
Как он там держится-то, а? Давай еще стрел сюда залепим. Ну, хорошо, рассказывай все, что знаешь, и, может быть, мы тебя отпустим. Хм, мы плывем к земле ацтеков на западе. Слышишь, Рэй, игрушка должна быть где-то здесь, вперед. Да, друзья мои, мы победили. Так, последнее празднество. Угу, ну давай. Думаю, мы в правильном месте, нужно найти игрушку. О, добро пожаловать, вы как раз вовремя к началу великого мероприятия. Какого еще мероприятия? Выставка, наверное, да? Ваше Величество, не нравится мне это все. И что вы здесь творите, извращенцы? Приносим этих достойных в жертву, дабы получить божественные силы. Кстати, смотри. Что? Где я? О, один из викингов очнулся, замечательно. Как раз к началу ритуала. Да-да, я чувствую силу. Кусните мои мощи, китаёзы. Разверните свою базу, прежде чем начнется большое мероприятие. В плане разверните большую базу. О чем вообще тут разговор идет? Так, ладно. Нам нужны солдаты, нам нужны щиты. Такая мощь. Вот вам, попробуйте. Блин, совсем забыл, что у него тут отравление же есть. Еще хуже будет. Ладно, возьмем с тобой стрелы. Возьмем стрелы. Эти башни еще противные, которые жарят. И опять же здесь эти некроманты будут, блин. Ох, сейчас начнется. Так, что нам надо? Дракош выучить. Дзена. Да всех надо тут изучать. Тут по-другому, ну, никак не получится, ребят. Единственное, что вот эту статую нужно валить как можно быстрее. Больше силы и больше жертв. А где остальные викинги? Ваше Величество, чем больше жертв приносит король ацтеков, тем сильнее он становится. Значит, нужно и это прекратить, верно? Где расположены войска? Они выглядят неплохо защищенными, Ваше Величество. Ну, нам и не обязательно прорываться через них всех. Убивайте только тех, кого необходимо. Торопитесь и убейте викингов, прежде чем их принесут в жертву. Быстрее. У меня острейший меч. Улучшение. Так, убивать викингов. Рубить, рубить. Интересно. У меня острейший меч. Зашибись, а как я вот эту статую-то хотя бы... А, если только вот так вот. Терракоши. Во, пошло дело. Но они хрупкие и быстро ломаются, ребят. Но эту статую нам в любом случае нужно сломать. Потому что иначе она нам будет просто мешать. Вперед, Рэй, нужно убить берсеркера, прежде чем они смогут принести его в жертву. Ну, берсеркера мы с тобой убьем тут. И даже говорить не о чем. Это не проблема. Так, опять таракош вызывать. Почему-то каменных воинов башни эти не трогают. Ты, кстати, заметил? А вот я заметил. Так, давай этого. Оп. Так, ракетчиков с тобой вызовем. Приготовьтесь, следующего берсерка. Силы больше и мощи. Так, приготовили, да, следующего берсерка? Так, погоди, парень. Ты что тут делаешь-то вообще? Давайте калить этого ягуара. Блин, как ты вот не вовремя. Да-да, больше силы, почувствуй мою мощь, китаец. Что там? Ой! Твою ж дивизию, ты посмотри, сколько их здесь. Ты посмотри. Фигли твои ракеты к бою, ты посмотри, что тут происходит. Да. Ага. Еще и некромант. Так, нам нужно с тобой. Огромная, конечно, проблема, ребят.
Так, этот ничего не может, да, сделать без скелетов своих? Правильно. Дзен, ты куда идешь? Сейчас же тебя испепелят здесь в первую очередь. Давай, 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 эту статую бомбим. Нам нужна энергия. Так. Так, ой. А мы каменных вот этих не можем уничтожать, да, получается? Нет, можем, ребята. Вперед, Рэй, нужно убить берсеркера, прежде чем они смогут принести его в жертву. Да я как бы стараюсь. Что это такое, вот это вот? Не пойму. Приготовьте следующую берсеркера. Понятно, они, короче, тут между собой. Этот говорит, вызывай одного, тот вызывай другого. Так, еще одну статую, ребята, уничтожили. Да, он мой, почувствуйте мою мощь. Кто там? Ёпрсоте. Ой-о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 й. А, некроманты, друзья мои. Есть у меня? Окей, отлично, разобрались. Так, тихо. Лучше всего здесь, конечно же, ставить щиты на первого. Ох, опять. Ну, статую где-нибудь можно? Давай вот так вот сделаем с тобой. Мало, у тебя вечно, блин, мало золота. Зачем через верх-то? Давай по низу пойдем. Уже поздно. Так, а там некромант. Твою же налево. Так, ладно, посмотрим, что у нас тут произойдет. То есть эти охламоны пойдут на меня, как ни крути, да? Так, здесь тоже, наверное, пойдем понизу. Что опять? Последний берсерк, убейте его как можно быстрее. Ну, придется вот так, наверное, сделать. Думаю, это последний. Отличная работа. Так, а вот, ребята, и башенка. О, все берсерки мертвы, да? Как удачно. Переходим ко второй части нашего плана. Плана? Какого плана? Теперь, убив двух берсерков, и обрушу на вас свою ярость. Да чтоб тебя, чё он там опять чудит сейчас? Ох, 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 ох. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья мои, ты посмотри, что происходит. Вот это да. Вот это он тут влупил. Ты посмотри, сколько этих он выслал на меня. Блин, мне нужна манна, ребята. Понимаешь, для чего? Вот сюда вот, вжарить. А он еще, гад, и поверху пошел, да? Чтоб тебя. Он меня, ребята, просто перехитрил. Да ё-моё, блин, ну... Вообще ничего не дает сделать. Так, хорошо, вроде бы. Слишком большая армия мертвецов у него. Так, чуваки с дрочками. Надо вот сюда вот, наверное, стрелы нам с тобой зарядить. Поджигай, поджигай. И опять статуи. Кстати, статуи надо, ребята, уничтожать. Знаешь почему? Потому что если мы с тобой их уничтожим, вместо них я поставлю свои статуи Буд. Вот к чему я тебе говорю. А если тут будут наши статуи стоять, соответственно, будет и манны больше.
Вот тебе элементарная. Так, а этот что у нас там, оглушенный что ли? Ать! Я вас убью. Так, еще таким голосочком. Я вас просто убью. Просто вот убью и все. В плане. У него еще и гипноз там, оказывается, есть, ты прикинь. Давай, давай, хотя бы одну статую уничтожим. Есть. Так, ребята, одну статую мы бомбанули, да? Я вас убью. Невозмутимым голосом говорит монах или кто там. Так, давай-ка еще, наверное, с тобой поставим таракоши здесь. Ну и будем потихонечку уже. Давай вот так вот. Вот с золотом большущая проблема. Да тут и с манной, да? Совсем тут большущие проблемы. Это вот армия терракотовая что-то вообще ни о чем, ребят, да? Слишком она слабая. Так, а что, мою статую Будды здесь разбомбили? Отравление, блин. Уничтожить эту базу. Базу, говорю. Ты понял, да? Уничтожить вот эту статую надо. Потом поставим свою статую Будды сюда. Окей. Изначально просто я немножко не так сделал. Надо было все-таки, ребята, поверху уйти. Да и фиг с ним. Уничтожили бы вот эти вот статуи, была бы у нас тут с тобой уже бы манна и все. Никаких проблем бы. А так, видишь, лопухнулся я по крупнику. Видишь, нехватка энергии теперь. Есть, еще одну статую все-таки мы наказали. Так, ну что же, остается еще одну, да? Так, скажем, третью уничтожим. А сюда я буду свои, естественно, статуи выставлять. Сразу пойдет прибавка по энергии. А энергия нам очень необходима здесь. Блин, только единственная проблема, что они мне не дают. И вот этот вот гипноз. Этот вот гипноз, так. Ману, поджигай. Вот тебе и ману, поджигай. Так, статую ставим. Че, неужели никого нету там, а? Так, тихонько, давай-ка, наверное, вот так сделаем. И вот этот голос невозмутимый. Я вас убью, типа, я вас предупреждал. Давай, таракоши. Так, таракоши, надо вот сюда еще одну статую, ребята, влепить. Я думаю, это будет идеальненько, да? Видишь, отравление бросили. Так, отравление бросили. Давай, таракош, выпустим. Таракоши, они, видишь, еще под гипнозом мою армию берут. Так, тихо. Блин, Дзен, тебя же сейчас тут... А, вот, вот, один на один, естественно, ребята, он сильнее. Закалываем, сюда ставим свою статую. Эту уничтожаем. Вот, совсем, ребят, другое дело. Слушай, ну, манна манной. А хотя, что я переживаю, манна манной. Давай-ка мы пойдем поверху. Так, статуя Будды сюда будет стоять у нас. Так, секунду. Таракоши. Тебя острейший меч, я уже тебя понял. Видишь, он бросает отравление. Да, а что вы, я же говорю, наверх идем. Блин, ну вы тугодумы, а.
Так. Слушай, вроде бы пока вроде бы неплохо. Вот, вот она его, НС, да? Башня уже здесь. Прям, так скажем, под носом у нас. Давай-ка влупим. Мало золота, это не страшно. Блин, вот эта статуя, ну бесит, ну серьезно тебе говорю, просто бесит. Продублировать не могу. Где там все мои войска? Блин, они идут еле-еле. Так, давай-ка попробуем вот так сделать. Башня урон не получает, как ты видишь, от наших стрел, которые мы с собой выпускаем. То есть получает только именно юниты, бойцы. Да что ж вы опять-то вниз-то идете? Давай-давай-давай-давай. Отлично. Я надеюсь, тут никакой третьей волны у них не будет. Хотелось бы на это надеяться. Так, дубли. Отлично, друзья мои. Так, вот сюда я поставлю статую. Ну. Рубить, рубить. Тракоши, выходим. Бомбим. Ну что? Ацтеки. Все, взгрустнулось вам? Да, изначально можно было бы сделать победу, если бы я пошел поверху и сразу захватил бы вот эти вот башни. Но я, честно говоря, не подумал об этом. Ура, отличная работа, Рэй. Нет-нет, я же всемогущий, вам никогда не получить мою прелесть. Не торопись, так или иначе, мы заполучим твою прелесть. Так или иначе, прятки, друзья мои. Ну, давай попрячемся. О, видимо, это столица ацтеков. Где-то здесь должна быть моя игрушка. Так, что тут у нас? Отличная мысль, Тинпу. Должно быть, ее действительно хорошо охраняют. Прокрасться незамеченными, да? А это вполне может сработать. Прямо за джунглями я вижу пустую крепость. Будет тайная вылазка, что ли, у нас? Ох ты. Ваше Величество, эти джунгли слишком уж густые. У нас уйдут годы, чтобы пробраться сквозь них. Смотрите, ребята, я нашел заброшенную крепость. Идите сюда. Ребята, как, черт возьми, ты ухитрился сюда попасть? Эй, в том, чтобы быть маленьким, есть свои плюсы. Мы уже идем, Ваше Величество. Это займет какое-то время. Отправьте ниндзя на помощь королю. Рэй, ацтеки оставили здесь бумаги с описанием заклинаний. Мы можем использовать их к собственной выгоде. Так, ниндзя должен добраться до короля. Какой, блин, ниндзя? Тут есть яд, клетка и защита. Я нифига не могу понять, что тут надо делать. Упс. Вот этих вот явно нужно травануть. Его вообще лучше в клетку посадить. Так, ниндзя-то мои тут. Давай его в клетку посадим. Что тут происходит? Эй! Так, лучше сматываемся. Ребят, по идее мы... Ниндзя дошел же наш? Фух. Ну, наконец-то ты здесь. Думаю, они нас едва не заметили. Остался всего лишь час патрулирования, а потом мы сможем поесть. Идут такие. Ага, я тоже умираю от голода. Я так голоден, что в меня запросто поместится целая... Обезьяна! Тревога! Заметили, короче, меня. Так, а... И чего? Так-так, вижу, вы сумели добраться до нашей столицы. Полагаю, вы здесь, чтобы украсть нашу великую реликвию. Вы как будто бы знали. Можете начинать с ней прощаться. Ваше Величество, едва ли они отдадут ее просто так. Кто знает, что у них припасено против нас. Ну, в нашем рукаве тоже есть несколько тузов. Мы можем нанимать их войска, точнее, так же, как это делают они. Уничтожьте базу ацтеков. Каким... О-о-о. Вот оно как. Так, а мы можем с тобой... Можем. Мы с тобой все можем сделать.
Так, а здесь я не могу нигде статуи, да, поставить? Ясно. Так, у нас идет добыча. Блин, ну конечно же статуи. Конечно же вонючие плешивые статуи. Я могу их под гипноз брать, да? О, у нас некроманты есть. Подожди-ка, откуда у нас некроманты? Ладно, это не имеет значения, ребята. Главное, что есть некроманты. Тут-то мы с тобой спрыгнем. А вот эту башню нам уже с тобой никак, да, не победить. Обидно. Да чтоб тебя, блин. Фиг тебе. Блин, что, всего одна статуя, что ли? Ай, ё-моё, надо же... Надо призывать, ребята, этих... Как их звать-то? Рабов, ё-моё, рабов, конечно же. У меня один раб бегает там. Захудалый. А этот кого-то принимает какие-то ванны, сидит. Так, сейчас второго раба... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что я могу сделать? Взять его под гипноз. Друг друга убили, молодцы. Так, у меня... Не хватит, да? 70 нужно. Так, давай еще одного раба. Искать, искать. Я не имею права, ребят, потерять. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там. Давай, ягуар. Надо больше маны. Понятно, что надо больше маны. Блин, они сейчас статуи мне разнесут. Так, самурай пошел, самурай пошел. Я хочу, чтобы их побили. Моя готова. Моя тебя не понимать. Да ну хорош. Блин, все-таки разнес, а. Кусок ты. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Жесть. Ну я, ребят, сам виноват, лопухнулся здесь. В одном моменте, я думаю, ты понял, да, в каком? Надо было мне рабов делать, а я занялся вообще не тем делом. Поэтому я сейчас и проигрываю, в принципе, по золоту. 60, да, надо? Я и по золоту проигрываю. И статую как бы мне не поставить. Так, ракетчик, ракетчик поможет мне сейчас в данный момент. Статуя вот эта вот бесит. Выжаривает. 100 монет. Так, давай еще одного раба поставим. 100 монет мне нужно для того, чтобы... Ну! Трындец ты, конечно, парень. Просто трындец. Сейчас всех моих рабов перебьют здесь, да? Блин, не хватает. Вот, еще. Так, и последний раб мне там останется сейчас, ребята. Смотри, психи какие, а. Просто психи. Ракетик бою. Ну. Есть, наконец, эту статую вальнули. Так, все, ребят, ставим Буду. Сейчас пойдет приток энергии. Приток энергии пойдет, и мы с тобой уже тут начнем нормально разживаться. Ну, по крайней мере, нас тут не будут так прессовать. Вот сюда поставим с тобой статую, да? Потом, естественно, у нас с тобой пойдет уже, как говорится, и гипноз. Ну, под щитами самурай, в принципе, ребят, неплох. Под щитами. Но у них тоже там козы в рукаве. Так, 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 где статуя? Статуя стоит соточку. Выставляем, ребят. Еще одна, да, там впереди. Окей. Так, у нас тут статуи стоят. Тут стоит, стоит, отлично, пока все хорошо. Пора вызывать некроманта. Блин, а почему же он дальнего-то жарит, а? У меня острейший меч. У тебя острейший меч. Я хочу, чтобы их побили. Давайте мертвяков.
Сейчас тебе дадут тут мертвяков. Прям по заказу. Не успел. Так, 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 секунду. Давай вот эту вот. А вот и перец, да, я смотрю, стоит-то здесь. Мы ведь за ним сюда пришли. А, тут дофига. И вы, идиоты, всерьез думаете, что у вас есть шанс? Мы прямо вон за этим перечным полем. Здорово, всего лишь маленькое перечное поле. Едва ли оно заминировано. Идем же, Рэй. Да что-то вот как-то я не знаю. Чё он, почему он такой самоуверенный, а? Травим. А лучше, конечно, его вообще захватить в плен. Было бы прикольно. Ага. Так, нам нужно с тобой поставить сюда свою статую. Слушай, подожди, а кто нам наносит там... А, он, наверное, яд сбрасывает. Все, я понял, ребята. Вот этого некроманта как, блин, взять бы под наш контроль. А, ну нам еще перец нужно, оказывается, пробивать. Вот оно что. Так, 140, да, стоит некромант, чтобы его взять в плен. Я сейчас, наверное... О, я не некромант, я лучше буду брать вон того вон олуха. А сколько он стоит, вот этого, если большого взять? 200. Блин, 200 это дорого, но это возможно, ребята. Возможно, что мы его возьмем сейчас. Так, где мой гипноз? Вот он. Вот так вот. Некий переполох сделаем им. Так, 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 что там сделать? Может быть, отраву кидануть? Блин, они сейчас мне статую, ребята, уничтожат. Я хочу, чтобы их побили. Ну. Давай, 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 там все, я знаю, скиль. Ну куда ты, вы, куда вы вот все идете-то? Естественно, они все прут в яд. Все, абсолютно. Вот им, блин, не терпится. А где мои дзены? Почему дзенов нету? У меня острейший меч. Может быть, я хотел, чтобы у меня были здесь дзены. А не ихние войска. Вшивые. Рубить, рубить. Ага. Вот так вот, рубить, рубить. Что у нас там? Получается, по статуям статуя стоит. Здесь где-то уничтожили же, да, по-моему, или нет? Рубить, рубить. Так, погоди секунду. Давай-ка я вот туда, наверное, брошу. Рубить, рубить. Отравление, замедление, рубить, да? Я твой котик, блин, он бомбит по земле, это офигеть. Видишь, он тыш, и мы мало того, что мы получаем повреждение при ударе, и еще когда падаем на землю, у нас тоже идет, ребята, повреждение. А он мою базу, я так смотрю, бомбит все-таки ядом, да? Все-таки ядом добивает ее. Да, так и происходит все, потому что я вижу, у меня, видишь, ребята, крестьяне помирают потихоньку. Он меня достанет. Он меня просто достанет вот этим всем. Хоть и замедление, хоть и это недостаточно для того, чтобы, ребята, как сказать, противостоять ему. Как быть? Копить, ну копить, да, можно, в принципе, копить на... Как это называется? Ну ты понял, да? На приворот. На приворот. Так, тихо, тихо, тихо. Маму, поджигай. Ага. Вот сюда вот, наверное, яд надо кидануть. Так, нам нужно... Блин, тут смотри, сколько перца этого. Рубить, рубить.
Нам нужно пробивать с собой перец. Мы не можем дальше сунуться, пока эти поля чертовы тут будут стоять. Всего лишь, говорит, маленькое перечное поле. Я хочу, чтобы их побили. У меня острейший меч. Ну-ка. Рубить, рубить. Аркетчики, это, конечно, все классно. Все, все прикольно. Подожди, а что, у нас опять статуи? Да нет, вроде бы все, стоят, статуи все стоят. Так, тогда травим. Стрейший меч, блин. Помогал бы он нам хоть как-нибудь твой этот острейший меч еще. Я хочу, чтобы их побили. Рубить, рубить. Действительно, по-моему, здесь надо, друзья мои, накапливать энергию. Только вот непонятно, либо гипноз применять здесь, да? Либо щиты. Как бы вот, не знаю, к чему склониться больше. Некроманты, некроманты, да, они хороши, ребята. Они могут восстанавливать армию мертвецов. И яд еще, помимо всего, делает, так сказать, свои замедления. Ракетчики очень хороши именно против големов. Именно ракетчики, да, издалека бомбят, очень хорошо они помогают. Так, опять у меня рабов маловато стало. Пока попробую сейчас справиться со своими силами, ну, не применяя магии, просто вызывая армию. Ай-яй-яй-яй-яй, жрец, что ж ты там? Сейчас отдупришься. По-моему, это последний перец, который нам нужно пробить. И я вот сейчас, ребят, гипноз. Гипноз у меня уже созрел. Блин. Вы точно не уйдете без нашего добра? Ну, как хотите, вот вам массы нашего отборного добра. Ваше Величество, земля содрогнется. Спасите нас! То есть он хочет выпустить в меня валун? Дави их! Так и есть, друзья мои, он выбросил валун. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это да. Вот это убытки, блин. И все статуи, что ли? Нет, не все, да? Первый попавшийся, короче, он даванул. У меня острейший меч. Гад вшивый, а? А, блин, а почему у меня золота так мало? Ладно, не имеет значения. Золото! Искать, искать. Так, кто у него тут? Блин, еще дофига армии, а? Давай, 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 бомби. Рубить, рубить. Где мои все войска, блин, а? Скажи-ка мне на милость. За 3-9 земель, да? Окей, ладушки. Нет, 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 нет. Сколько он стоит? Не того взял, блин, под... кто там под гипноз попал? Скорее мы разрушим собственное королевство до основания, чем отдадим вам его. Так, опять валун бросает? Нет, только не это. Твою же налево, ребята. Зашибись, у него, значит, есть валун, да? А у меня нету. Как я тут, по-твоему, должен... Опять он мне статую разнес, а? Ну вот как вот я должен здесь, ребят, защищаться? Вот объясни мне. Статую разносит, армию мою убивает. То есть получается, что... Ну-ка, давай попробуем вот так вот под гипнозом. Разрушай, разрушай, что стоишь-то? Блин, ему чуть-чуть не хватило, да? 180. Сейчас я его возьму, ребята, в гипноз. Вот так вот. И здесь я поставлю свою статую. Вот таким вот образом. Так, а у нас вот она, да, статуя ближайшая. Окей.
Если я поставлю щиты под щитами, я да. Я хочу, чтобы их побили. Сколько этот 180 стоит, да, чтобы его... Блин, еще соточку нужно. Еще соточку. И щиты я, к сожалению, не могу поставить. Не успеваю просто. Ну? Да-да-да, вот только остается, что ржать. Так, а статуя, статуя есть. Опять? Ты, блин, достал. Ребят, ну серьезно, собирается выпустить на нас валун? Ё-моё. А, мы уже вообще рядышком, ты видел? Так, 180, давай возьмем под свой контроль. И вот здесь, кстати, поставим статую. Эти гиганты достаточно сильны, чтобы пережить удар булыжника. Мы могли бы заставить одного сражаться на нашей стороне. Какого гиганта? Про какого гиганта сейчас вообще идет речь? Давай травить этих гаденышей здесь. Так, подожди, еще один, ребята, гигант идет. Так, а мне надо на... Дофига мне нужен на гипноз. Но я вот здесь вот поставлю свою статую. Слушай, я должен успеть, ребята, его захомутать, в принципе. И это реально. Вот так вот. Ну, ты видишь, что происходит. Мы взяли его под гипноз. Теперь он у нас, мы его делаем под щиты. То есть фиг его еще теперь уничтожишь. Плюс некроманты вызывают скелетов. Слушай, я думаю, конечно, если он сейчас не вызовет валун, то ему кранты. Нет, вы не получите нашу реликвию, нет. Ха, войны, обыщите здесь все и принесите ее мне. О, я буду играть с ней вечно. Ваше Величество, думаю, мы нашли ее, но... О, что это? Робот? Меч? Восхитительный истребитель? Это гигантский перец, вот. Хочешь сказать, мы все это время тащили сюда из-за бесполезного перца? Это не какой-то там перец, это наш великий и ужасный... Заткните его. Рэй, это же не реликвия, это бесполезный овощ. Кто-то за это поплатится. Ну не я же, ты же сам сюда пошел. Так, вы прошли, да понятно. Друзья мои, экспериментальный захват у нас с вами на 10 уровне, но я думаю, что мы будем его проходить уже в следующей серии. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.